Андрюха, это что, твои блюда, которые ты готовишь? Ну, вот. Буду учиться. Сейчас чафанить, короче. Салат чафан. Буду изучать. Салат оливье, короче. Ты как в ресторане прямо, у тебя все а как... ты по... фонарик включай. Ты... Фонарик? Ну. А зачем? У тебя там есть фонарик? Есть. Светит? Светит. Для тебя светит. Даже днем и ночью. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Кто там? Плохой какой-то фонарик. Палатка твоя разбитая вся уже. Да, ну, у меня наоборот, боевая такая, нормальная. Солнца у тебя в квартире мало. Только солнца нету. Сейчас же крещенские морозы, 38 число. 38 января? Декабря. А, 38 декабря? Ну, сейчас 38 декабря, сейчас пока крещенские морозы пройдут через 10 дней. Потом опять заморозки должны быть. А после заморозков тепло будет? Ну, а потом может теплее стать. Поэтому надо теплые вещи подрихтовать маленечко, подшить, короче. Ну, как ты говоришь, подлечить? Поплевать, ну, заклеить, где расклеилось. У меня еще клеить.